От весеннего солнышка водители пытаются укрыться затонированными стеклами автомобилей. Но от инспекторов дорожного движения за тонировкой спрятаться не удастся. Скорее наоборот, подобные нарушения фиксируются ежедневно. Если водитель темнит, у него есть два выхода – лишиться госномеров или снять тонировку. Прогресс не стоит на месте. Появилось много разновидностей съемной тонировки. Легко ободрал и поехал дальше. Но и тут водители пытаются хитрить. Полностью. Ее полностью унимайте. Давайте я выйду. Дверь откройте. Давайте я выйду. Аккуратно. Давайте. Теперь нарушителю будет немного сложнее вернуть пленку на место. Напоминанием о встрече с инспекторами станет штраф 500 рублей. Многие водители избавляются от тонировки без лишних слов. Но некоторые хотят поспорить с дорожными полицейскими. Ну и что такого-то держащего? Я понимаю, что почему ездят у нас, которые лица государственные, с тонировками. Я понимаю. Ну, закон един для всех, вы говорите, а получается на деле по-другому. Несмотря на то, что нарушение видно невооруженным глазом, водитель требует свидетельства о поверке прибора. Очевидно, чтобы блеснуть знаниями ГОСТов и тех регламентов. Прибор 0501. Смотрим. 0501. Правильно? Правильно. Поверочка до какого? Можете читать все. Погодные условия, при которых он должен работать. Какие? Я не могу в осадке там померить. Не могу. Нет, я могу ночью даже замерить. К самому прибору придирчивого клиента госавтоинспекторов также возникло недоверие. Вы видите прибор, что богатый? Ноль. Это такого быть не может. Почему? Как почему он не может 0% быть? Вы дверь закройте, выйдите и закройте дверь. Закройте. Вы видите, кто? Я вижу. Вы закройте полностью стекло. Стекло полностью закройте. Полностью закройте стекло. Полностью. Вижу, вот да, человек сидит, белая рубашка, белая рубашка. Я себя вижу в отражении. Если светопропускание передних боковых стекол нулевое, это не значит, что при дневном свете дорогу не видно. Но вот в сумерках водитель такого авто представляет угрозу как для себя, так и для окружающих. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.